Всем здорово, ребят. Ну что, мы продолжаем тестить пока доступный для нас баг, и я надеюсь, он еще будет длительное время. В общем, новая локация, я вам показал, кто не смотрел, посмотрите, новая локация Запределье у нас есть, и у нас у многих есть проблема. У нас убивают героев, мы их не можем резать, потому что, во-первых, это дорого, это целых 600 самов, либо надо в эксперте уже здесь достать эту кровь, которая дает возможность бесплатного реза. В общем, я бегал и нашел баг, я вам его показал. И попробуем сейчас его использовать здесь. Этот баг в первую очередь полезен без доната. Да даже донатом. Все-таки по 600 самов за какую хрень. Усиления такие, это просто пипец. У вас есть возможность не терять попытки и неограниченное количество раз проходить, пробовать, менять составы, подбирать, потому что по-другому в этом, в этой локации просто невозможно проходить ее. Ну, это бред, это реально бред. IGG все сделает для того, чтобы нам было весело, но не досмотрели все до конца, поэтому пока есть возможность, пользуйтесь. Итак, поехали. Сейчас я соберу героев, которые у меня есть. Хотя бы хоть что-то. И покажу вам, что у меня будет на моей селе. Вот у меня экспертный режим. Как видите, здесь у меня уже серьезные такие усиления. И вот возрождает погибших. Ну, то есть вот есть либо 3 шанса по 600, у нас нету самоцветов. То есть я бы даже, если бы они были, я бы не стал на это тратить. То есть мы будем с вами сейчас пробовать проходить без самоцветов. Поехали. Так, давайте создадим команду. Это у меня есть. Вот, внимательно смотрите, что надо делать. То есть мы нападаем и смотрим сразу же, вот мои 6 героев есть, кто у меня сольется. Если у меня кто-то сейчас сливается очень быстро, я перезахожу. Ну, к счастью, у меня все есть, все на месте. Асурик. Блин, они все жесткие. Стрелок. С эволюциями уже, блин. Уже они все с эволюциями. Ну, тут вся надежда на то, что ворожай будет. То есть здесь однозначно я уже показывал, точность тащит, атака тащит. Потому что в моем случае на донатных аккаунтах очень все печально. Это вроде слабенький. Этого затащим. Это первый левел только, ребят. Это только первый левел эксперта. Так, дракон, Валька, Минотавр, дракон. Самое главное, не проспать момент. То есть, если вы видите, вашего героя добивают или добили уже, сейчас, я надеюсь, мы дойдем до какой-то пачки определенной, я вам смогу в полной мере показать, как пользоваться этим багом. Ну, я, в принципе, если здесь не получится, посмотрите предыдущий видос, я выпустил. Так, Вольт. Как видите, у нас здесь нету выхода, то есть боя. То есть завершить бой мы не можем. У нас единственный вариант — это обрубать игру. То есть обрубали игру, и все будет. Так, Бугич. Блин, нападу на этого. Вот у меня, смотрите. Не, никого не слили. Вот сейчас, по идее, на следующем у нас должны уже кого-то слить. Так, стрелок. Рей, Касура, блин. Я даже не знаю, на кого нападать. Наверное, попробуем на верхнего напасть. Внимательно сейчас смотрите за моими героями. То есть, что... Кто у меня умрет, и мы сразу же выйдем. И видите, в чем смысл вот именно этого бага, и какой плюс и польза. Вот землеройка. Не, он все-таки он резнулся. Все нормально, Купидон есть. Ну, на нем ожива стоит.
Все отлично, мы перешли на следующий. Значит, сейчас дальше словим. Так, ну поехали посмотрим. Может здесь, не, здесь мы тоже должны затащить, по идее, без проблем. У меня герои с оживыми. Более-менее Сарделя еще здесь тащат. Ну, сейчас на втором левеле, там нас, скорее всего, просто поимеют. Как и везде. Что на топовом донатном аккаунте, что здесь. Вот, драгоценный сундук мы получили. Поехали на средний уровень эксперта. Вроде должны протащить без проблем. Так, что у нас тут? Оккультист. Землеройка. Давайте попробуем здесь. Вот у меня землеройка, смотрите. Не вижу, слился или нет. Не, все живы. Ух, нормально. То есть тут надо именно ловить момент. Не провтыкать именно сам момент, ребята, когда у вас слили героя. То есть ставьте каких-то определенных питомцев на героя, которые очень быстро сливаются, чтобы вы могли быстро отличить это все. А так, Бубич Фрея. Давайте пока попытаемся дальше пройти. Сейчас, наверное, может Купидона сольют. Смотрим, Фрея, Анубис. Вот, у меня Купидона сейчас там слили. Я вышел. Я надеюсь, я успел. То есть Купидона у нас убили. Я надеюсь, мы вражескую Фрея в этот момент не убили. Мы выходим из игры. То есть выходим полностью. И заходим обратно. Соответственно, мы вражескую пачку тоже не сливаем, но и наша пачка остается на месте. Успели, наверное. Не, успели, отлично. То есть эта пачка есть, и у меня все герои есть. Соответственно, я могу, допустим, там, я вижу, сделать какую-то корректировку. То есть убрать этого героя, поставить там, допустим, Седну, да. То есть я могу выбрать вариант. Смотрите, я не знаю, или это мы прошли, что-то я не припомню, космо, или я не на ту пачку напал, но меня видели, да, слили героя. Сейчас опять заходим, может, наверное, прошли эту пачку. Ну, то есть, таким вот образом у меня слили сейчас бы всех полностью. Я захожу за пределы, создать команду, и у меня вся команда жива, то есть без проблем. Нет, это, по-моему, уже следующее или нет. Или это же. Ну вот опять же, тот же самый показываю. То есть вы даже можете, ну вот так вот, вы видите, да, ваших героев уже частично посливали. Выходите отсюда и опять запускаете. Да, в эту пачку у вас она не засчитывается вообще никак. То есть это, по сути, как разрыв боя. И они все остаются. Но самый большой плюс то, что у вас остаются все герои. То есть, если вы... Так, поехали. Если вы... Сейчас мы попробуем их, но у меня других вариантов нет уже. А, вот эта же пачка. Где она? А, и моя вся пачка жива. То есть, я могу отсюда убрать какого-то героя, добавить, поменять что-то. Но я не трачу вот здесь. Вот я не ступорюсь и я не сливаю 600 сама. Вот самое основное. То есть вы не теряете возможности, плюс вы имеете возможность переделать. То есть посмотреть, где вы кого-то другого поставить, если эта пачка не пошла нормально. То есть в этом плане это однозначно плюс. Смотрим, слили у нас кого-то. У нас, к счастью, никого не слили. Или дальше. Так, рогатка. Этих эти вроде не особо злобные. Отлично. Так, что у нас тут? Рожей. Давайте этих. Ну, пока проходим. То
То есть таким образом вы имеете возможность и пройти дальше, как вариант, и сэкономить самоцветы. Ну это вообще подарок. Это просто подарок. Это просто мега бонус. Спасибо, HG. Это мне понравилось. Мега прям, ребят, прям мега босс. Так, Командора, она нас тут просто расхреначит лучше этих. Ну, вроде гуд. Пока тащим. Так, ворожая. Кого-то с моих слили. И держимся. А, они все-таки слили, землеройку слили. Но вот видите, у меня сейчас возможности уже скинет. То есть главное не проспать. Он сейчас Купидон улетит следующим. Но на нем ожива, хотя в принципе. А, кубчика мы ж убрали, улетит. То есть вы можете даже вот плюс. Вы можете сейчас убрать каких-то героев, которые там с минимальным хп. Вы знаете, что их сейчас могут просто ушатать, убить. То есть это реально классная тема. Пока есть возможность, пользуйтесь. Пользуйтесь, потому что потом... Ее либо уберут, пофиксят, я надеюсь, что они этого не сделают, но это сомнительно, они могут только какую-то хрень добавить и убрать то, что интересно для всех. Но тратить по 600 самов, я думаю, никто не хочет. Смотрите, у меня сейчас ушатали всю пачку практически. Сейчас я попробую перезайду. Можно словить, опять же, ловить моменты, когда вы там поменять как-то героев, когда у вас будет более выигрышная позиция, там потерять одного, но не слить всю пачку. Ну, вот видите, у меня вся пачка жива. Ну там, конечно, противники. Зато сейчас кого-то... Ну, хотя у меня тут некого уже менять, в принципе. У меня тут вариант выбора нехти, поэтому возможность только единственное там поменять кого-то местами. Так что я уже тут дальше пройду. Но опять же, можно смотра подобрать. Смотрите как. Вот сейчас вот получше, пожалуйста. Выждал момента и хоть как-то, в принципе, затащил. То есть не слился полностью. Анубисы и Космо, это, конечно, печально. Тут у нас Феникс. Жесть. Но лучше эту пачку проходить. Сейчас попробуем, поставим, что есть у нас. Я не знаю, тыква. Наверное, бессмысленно. Поставим хотя бы дерево. Попробую через это. Ну, Космо второго. Это было, конечно, эпически. Но я уже тут, к сожалению, как видите... Надо было на ту пачку нападать. Вот, и мы пришли к тому, что либо это, либо кровь терять. Но опять же, до нее надо зайти. Ее надо получить еще. Драгоценное, недостаточное место на складе. Вот так вот дожились.
Либо четвертого, да, было. Это хорошо. Вот, есть она. Вот сейчас с китальцем мы, по сути, получили. Отлично. То есть, таким вот образом вы имеете возможность хоть какую-то дальше пройти. Сейчас попробую всех лесно, вот. Благодаря итему, который мы получили, опять же. Сдать. Так, что попробуем Бугича поставить. Первое поставим землеройку еще дополнительно. Может, землеройка быстрее сработает и заблочит космос. Но, увы, к сожалению, видите, здесь и питомцы, и все. Ну, я могу выйти, перезайти, опять же, и опять же так и дальше пробовать. В общем, ребята, вот такой вот бах. Плюс для бездоната. Экономия самоцветов и возможность пройти чем подальше. Поэтому ставьте лайки, пишите комменты, у кого что получается, не получается. И ждите новых видосов. Всем удачи, всем пока. Ну вот сейчас, смотрите, вот просто изи. Из-за того, что я вышел в первый раз, я просто сейчас дофармлю. Я надеюсь, дофармлю уже до конца. Ну тут я не знаю, этих я, наверное, не пройду. Ну, поехали, попробуем. Тут вторые уже эволюции. Затащим или нет? Мне вот интересно. Но, к сожалению, видите. Вот так вот, то есть надо выходить. Ну, у меня есть еще кровь, буду пробовать зафармить до конца. В общем, пишите комменты. Всем удачи, всем пока.